На протяжении года в атриуме торгового центра столицы проходит проект республиканского общественного объединения «Белорусский союз женщин. Другая глубина», где представляют свои работы люди с определенными проблемами со зрением либо с опорно-двигательным аппаратом со всех регионов республики. И 2 апреля в 15:00 Минская городская организация будет в лице Анастасии представлять работы от столицы. Будет представлено 10 картин. Вся моя работа делается мной самостоятельно. После того, как смешиваю цвет с помощью камеры телефона, я могу получить информацию, какой цвет получился, подходит ли он для того, чтобы передать то, что я чувствую, то, что бы мне хотелось передать. Я раньше, когда была еще маленькая, я видела, да, здесь также есть картины, которые посвящены тем моим детским воспоминаниям, когда я еще видела цвет. И сейчас для меня цвет – это эмоция, да, если это желтый, то это что-то теплое. И также мои картины, они все тактильные, их можно потрогать, прикоснуться. Неважно, зрячий ты, незрячий, но каждый может получить информацию о моих картинах не только визуально, но и тактильно. На открытии выставки Минской городской организации у посетителей будет возможность лично познакомиться с художницей и прикоснуться к ее работам. Ульяна Ярмоленко, Александр Шурмилев, агентство «Минск Новости».